Ребята, и сегодня мы будем играть в Акинатора. Будем угадывать еще одних ютуберов. Достаточно тоже знаменитых. И мы по фасту будем. Там Жека, Шадоу Пристав, Хэппи Лайм, Игорь и Эдис. Начнем с Эдисона. В принципе, пол нет. Просто все по фасту будем ставиться. Но хотя нет, зачем? Нет. Просто фастовая версия. Реально ли ваш герой с Майнкрафт? Да. Да. Ну, Эдисон легко, наверное, будет угадать. Да, есть. Эдвард. Мерч Эдисона. Аки пристойный персонаж. Окей. Давай, всего-то пару тысяч. Пожалуйста, ничего не будешь портить. Давай. Да. Так, дальше у нас Жека. Нет, девушка. Нет, не снимал. Да. Нет. Просто все шансы убавили. Я это все поставила. Да, есть, по-моему. Нет. Да. Да, по-моему. Нет. Да. Нет. Да, просто нет. Просто топово. Ваш персонаж есть собака? Есть у него собака. Да, это знаменитый врач. Мистер Щека. Халло. Что такое было? Нет, он старшего дочки. Нет, он не снимал. По-моему, нету. Да, есть. Кто это? Хотел Шадоу Пристав. Оказался Жека Полторашка. Ну это, в принципе, то, что сразу Жека только на каком-то сериале его. Давайте как раз мне надо будет еще одного этого. Это будет Игорь. Музыка что-то включается. Вообще не понимаю, когда. Так, все. Персонаж женщина. Нет. Открой мой. Ой, блин. Не туда нажала. В принципе, такая разница не очень большая. Ты что, поезд отгадываешь? 1 500 000. Да, у него точно больше. Ну, как бы да, он снимается. У меня Акинатор свой, Акинатор там с Жекой. Придумали, если что. Смотрите, это серьезно. Это очень прикольно. На руке нет, по-моему. Нет, он снимал Роблокс. Нет, это не Жекой, не Вангай. Кот есть. Популярный человек, то что он все знает, а его все знают, а он никого не знает. Качанный. Не. Ни разу. Но, ну, как бы да, даже на ролик бывает. По-моему, да. Вейпер. Нашли здесь вейпер. Наш персонаж снимает видео вместе с Джек. Золотая чаша, золотая. Он так
пела прям громко в сериале Жеки. И его, конечно же, школы. Непослушные дети. Или как так. Но это именно в Майнкрафте, никакая не другая игра. Да, он знаком с Эдисон ПТС. Ты вообще, мне кажется, у них реально синие волосы. Ну, сейчас зайду. Нет, конечно же, я не зайду. И я знаю, что у них черные волосы. Блин! О, я сделал большой шп. Нет. Да, Игорь, да. Да. И тут скажите. Нашли. Нет, мы будем добивать Цепляева. Да. Это нелогичный вопрос. Да ладно. Да, псевдоним. Не знаю, на каком этаже. Да, я угадала. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Сейчас добьем свой счет. Нет. Ладно, мы его не добили, но будем заканчивать. И всем пока!